вид, то, что получилось сейчас, и то, что было раньше. Стоял вот такой мангал и вот такой столик для удобства. Теперь немножко все изменилось кардинально. Появилась мойка, появился столик разделочный, появился столик металлический, появилось место для казана и место для шашлыка. И также сюда сверху устанавливается коптилка для горячего копчения. Клево! Докрасил вот эти вот финтифлюшки, не знаю, как они называются. Если кому интересно, могу показать, как я их делал. То есть у меня нету ни улиток, ничего. Просто два штыря, палка там. Так, металла, если вы смотрели предыдущее видео, то знаете, то, что нет металла. Все, что было, сюда ушло. И теперь по старинке пока сделаем вот так. Вот. Ну и скоро запуск. Уже очень скоро. Что-то кискажает.